Моржи народ уникальный, когда зимой все лезут греться на печку, а не купаться в проруби. Говорят, нужно просто набраться смелости попробовать, потом это станет уже хобби. Я давно уже занимаюсь, лет 15. Стресс снимает хорошо, энергию дает. Тем более, что после этого баньку сходишь. Бодрит хорошо. Я гуляла, смотрю, женщина купается. Ну, разговорился, у вас получится. Ну, получилось. Плавать зимой в ледяной Волге самарцы начали после Московской Олимпиады в начале 80-х годов 20 века. Увлек народ в прорубь Вячеслав Спиридонов. С тех пор под Новый год на полевом спуске проходит праздник «Елка моржей» в прорубь за счастьем. Люди моржи говорят, прорубь – первое лекарство от всех болезней. Болячки уходят. Вот, как бы у нас всякие приходят, и бывшие алкоголики есть, и бывшие раковые больные есть, всякие. Все выздоравливают, вылечиваются, нормально все. В этом году, кроме купания в проруби, была обширная развлекательная программа, конкурсы и выступления артистов. А после купели экстремалов ждали бани и горячий чай. Они показывают нам всем пример, как надо быть позитивными, спортивными, крепкими, не болеть. Тем более у нас есть с вами вот такая уникальная Волга. Мы с вами расположены в рекреационной зоне. И созданы такие замечательные возможности для оздоровления, для прогулок на свежем воздухе, для оптимизма, для хорошего настроения. Самарские моржи без подарков не остались. Администрация Ленинского района наградила любителей здорового образа жизни благодарственными письмами за пропаганду физкультуры и спорта. Сергей Кизоркин, Василий Колдашов. События.